Здравствуйте. Ой, здравствуйте. 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 Дверь забрали, здрасте. Здрасте, здрасте, здрасте. 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 Виталию Геннадьевичу привет. Это кто, а? Я понял. Здрасте. Здрасте. Это ваш подписчик, Сангал. Это ваш подписчик. Да? Да. Это кто, председатель? Нет, Виталий Геннадьевич, это тот человек, который в поле кафе вложил. А, Виталик, да, его Виталик звали? Да. Да, я с именами путаю. Ой, я подумал, что вы Саша перепутал. Вот. Это вы сделали, да, вот эту штуку? Да, сейчас уже... А с соседями там поменяли, да? Нет. Сейчас сантехник тут где-то бегает, ищет ключи. Он поднялся, да, его видел, что он сказал, ждет председателя. Если нет, говорит, посрезайте, говорит, замок. Да не вопрос, только что сказать, даст команду. Да, я думал, что если нема, так срежем нахрен, новый купим, закроем, я потом... Даже оно, если без замка будет стоять, тут посторонние люди не ходят. Ну, тот раз замка не было. Мы заходили, вообще замка не было. У нас есть несколько вопросов вам, Сангал. Да, задавайте. Какие? Интимного характера или нет? Постройки. Постройки, а, ну давайте, ладно. У вас кухня получилась чуть-чуть меньше, чем была. Ну, чем бумаги. Чуть-чуть меньше, в каком смысле? Уже, вот так вот, чуть-чуть уже. Чуть-чуть уже, да? Да. А почему? Потому что, я не знаю, неправильно померили, наверное. Ванну уже мы не можем сделать, потому что... Там должен быть точный размер какой-то, да, вот 1,75 м, по-моему, уже с готовой отделкой. То есть, чтобы ванна стояла, а на нее приходил кафель. Видишь, все правильно. Совершенно да. Правильно. Ну, а намного меньше? Сколько сантиметров? 10. 10? Да, я думаю, что 10 сантиметров не страшно. Ну, потому что важна вот эта вот длина, потому что там холодильник, мойка. Нет, так нормально. Да, вот именно вот это. Вот так вот она уже получилась. А, ну то не страшно. Пусть будет уже. Нет, а вы походите, вот мы набились, ну как бы, это... ваши помещения. Ага. Походите, может какие-то есть вопросы. Так. Нет, там еще проем мы не вырезали, но он там намеченный карандашиком на полу. Ну, насколько я понимаю, по чертежам вот эта штука должна... Зубчик такой небольшой. Я понял. А вот эта штука разве не впритык должна приходить, стена, или как она должна быть? Нет, нет, там даже на чертеже указано, что стена чуть-чуть выступает. Ну, она как бы, я знаю, что впритык сюда, а отсюда такой загогулина такая или нет? Сколько? Так, вот смотрим, где эта стена. Вот. Да, ну вот она идет впритык, стена идет впритык от этой стены. Да, тут получается зубчик. О. 200 миллиметров вот такой зубчик. Но это будет отсюда, да. А сама стена? Какая? Вот эта? Нет, вот эта вот, которая будет идти туда. А чего она не впритык к этому? Нет, рыжий вниз, где я уже ходил. Открывай дверь, он... По-моему, стена должна впритык к этому идти, а от нее зубчик вот этот, которым будет крепиться дверь. Ну, это будет, да. Вот это будет. Да, и больше не ходить. Рыжий, подозрю, дверь, это... сотый. Не пойму я. Да. Где у нас кусочек? Какой кусочек? Вот это мы вот так обрежем, вот тут будет зубчик вот такой. Вот этого профиля не будет, тут будет зубчик. Ну, все как в чертежах там будет. Я понял. Ну, стена будет, вот эта стена будет касаться этой, правильно, с этой получается, стороны? Получается, эта стена будет вот так стоять, а эта подойдет в нее. Угу. А я думал наоборот, что эта стена отсюда как-то начинается, от нее пыптик этот или нет. Не-не-не, ну тут же глубже. Вот он. Получается, эта стена, зубчик 200 миллиметров, угу. И пошла эта стена. Это мы просто не отрезали, оно отрежется. А. Этого не будет. А, ну вообще, да, правильно, оно должно же к чему-то... Она же не могла стена начинаться именно вот так, да? Она же должна была куда-то упираться, я понял. А, то я что-то подумал, что... Ну да, как бы так стена шла, правильно? Она же должна вот отсюда идти, она не могла отсюда, да. А, я понял, да, ты что-то... Ну да, получается чуть-чуть уже спальня, чем была раньше, да, там она нет, чуть-чуть. Чем раньше была, да, чуть-чуть уже. Но ну да. Все как бы попадает в размер. Ага. Ну, на по чертежам. Ну нормально. А сколько вот так будет отсюда до туда примерно? Сейчас хотя бы чтобы.
Тут я смогу пройти вокруг кровати? Я не знаю. Саша, я буду оползать. Ну, будет 350. А кровать сколько? 2, да? 3 метра. 3 метра. Три метра, а кровать вообще 2, наверное, да, длиной? Ну, самая большая матрас, это, да, 2 метра. Ага, ну, значит, метр, ну, нормально, да. Ну, там полметра, как раз тумбочка прикроватная, полметра. Да, все, я понял. Подлёг, ключи есть наверху? Пойди узнай, Жень. Он сказал, что вроде он нашел ключи. Он выходил, сказал, что, говорит, сейчас я спрошу, ключи, если есть, то срезать. Если нету, ну, если нету, то срезать. Так, а это уже будет ванна, да? А, это будет машина. Это машинка 60, да? Тут оно станет 65. С отделкой совсем, да, оно станет сюда. Ну, как чертежа. Ага. Надо уточнить, если что, размер машинки, чтобы мы не сделали. Это же размер у нас на гипсокартоне. Да, я понял, я понял. Но тут вот есть размеры. Смотрите, вот точные. Вот 650. 650. Это с учетом всех уже отделочных работ. Вот, видишь-то? А почему нам это не указывают чертежи? А почему не указывают? Все размеры указаны от уровня чистовой стяжки и верх перекрытия стен гипсокартонного провода. Плюс двойная обгипсовка, заполнение потолок. Размеры указаны в прямоугольниках, обязательных соблюдений учета в чистовой отделке. В треугольниках. Вот, то есть все размеры указаны в прямоугольниках, обязательны к соблюдению с учетом чистовой отделки. Вот размер в прямоугольнике 650. Вот тут размер в прямоугольнике. Вот здесь размер в прямоугольнике. Вот, вот здесь. То есть вот здесь должно быть в прямоугольнике 650 с учетом чистовой отделки. Это с учетом гипсокартона и с учетом кафеля. Вот здесь должно быть 650. Не 700. А здесь 700. Ну, 700 это мало, наверное, я думаю. Если потому что... Туда, надо еще на карту, да, поэтому, поэтому, да, надо вот это... И это касается вот этой вот стены на кухне. То есть вот здесь не важно вот это все. Важно вот, вот это. Вот этот размер 300 должен быть. Вот этот размер. То есть от стенки до стенки с учетом чистовой отделки. Вот этот размер с учетом чистовой отделки. Да, ну я думаю, будет, наверное. Кафель же будет не до дна, будет рабочая стенка только в кафеле. Ну вот этого я не знаю, но скорее всего, да. На столешнице у меня, ну да, будет, ну я не знаю, может это не кафель будет, тут будет холодильник стоять, по идее. Вот холодильник тут, если взять, вот здесь холодильник. Вот холодильник будет стоять вот здесь крайний. Поэтому я не знаю, эта стена, ну, как бы ничего не говорила мне насчет того, что кафель не кафель. Но здесь точно будет ванная кафель. Поэтому важна вот эта вот длина 300. Потом очень важно вот это вот 705. Да, это с учетом того, что кафель будет и ванна должна подходить, и кафель на ванну должен становиться. Да, все правильно. У нас должен быть четкий гипсокартонный размер, потому что кафель станет сверху. Да, кафель станет сверху, правильно. Здесь вот. А здесь вот именно, да, с учетом кафеля надо обязательно. И вот это расстояние, смотрите, 750 или сколько оно там? Да, да, 750. Вот этот размер тоже должен быть с учетом кафеля с этой стороны, по-моему, или как оно тогда считается. Если в квадрате, если в этих... Конечно, размер указан в прямоугольниках. Хорошо, есть одно но. Про стенок указан. Ширина 100 миллиметров. Да. Это без кафеля. Он кафеля. Да, без кафеля, да. Это без кафеля. Без кафеля с этой стороны, без кафеля с этой стороны. Потому что там и там это будет кафель. Эту нишу, да, машинки, да, 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 да. То есть 650 должно быть с учетом кафеля. Раствора, кафеля, гипсокартона. А какой будет у вас кафель? Ну сколько сантиметров, я не знаю. 1,5-2. Я не знаю, может у вас будет тут... Мрамор, там, гранит. Ну, больше 1,5 не будет, я думаю. Ну, 2, пусть раствором там. То есть это надо 2-4 сантиметра. Ну, то есть посчитать, сколько это. И, наверное, хорошо, вот эту подвинуть чуть-чуть. Эта стенка у нас привязана, вместе с кухней завязана. Тут завязана с кафелем. Тогда вот этот размер не соответствует, потому что про стенок указано 100 миллиметров. Да, про стенок 100 миллиметров. Плюс кафель, сколько это получится? Ну, считайте, не знаю.
Ну даже на одну сторону кафель уже не соответствует. Ну так не соответствует, потому что надо чуть дальше ее. Так значит не соответствует на чертежах. 3 сантиметров нет на кафель. У нас нету расстояния. На общей длине у нас вот этих 3 сантиметров нет. Простенок указан с шириной. Это уже вместе с кафелем он должен быть 100 миллиметров. Да, да. А у нас давайте только в один гипс. Слой будем этот простенок делать. Как раз на кафель останется. А, я понял, что простенок 100. Да. Ну так 100 он вместе с кафелем? Нет. Только а гипс, почему? А почему только гипс? Потому что профиль 50 и плюс. Ну, правильно. Гипса, ну. Еще плюс 50, это уже 100. А чего не один тогда слой гипса? Вот, значит, здесь надо тогда один слой гипса. Один слой... А гипс сколько сантиметров? Один лист. 25. Но 25 и 25 будет 50, и 50 профиль. Вот вам 100 и есть. А что вы решили, что в 2 надо? Технология такая. Ну тут, наверное, 100, потому что... А остальные стены как указаны? 100? Да. Ну, давайте я уберу паяльник, чтобы не было... Так, а ну подожди. Тут все есть в сносках. Вот смотрите, 100 стены, 100 миллиметров. Это профиль 50 и двойная листовка по 12,5. Двойная. По 12, так 12,5 или 2,5 один? Ну, 1, 12,5. А, так 1, 12,5. Да. А, ну так вы же так и говорите. А что 2 это... 2 это 2, 2, ну тогда получается правильно, получается 100. Тоже получается 100, правильно? Ну, если ну да, 2, да. 2 получается в 2. Что... Вот, а где у вас сантиметров не хватает? На общей площади или что? Смотрите. Здесь так. Указано 100 миллиметров. 100 – это двойная гипсовка и 50 профиль, без правильно? Без кафеля, да. Без кафеля, да. А размер вот есть у нас. От этого простенка идет сюда размер. Если мы даем сюда 3 сантиметра на кафель, то вот этот размер у нас немножко смещает. Угу. Ну, там умывальник будет на 3 сантиметра ближе. Угу. Ну, в любом случае, надо делать вот эту нишу, чтобы влезла машинка, да, с учетом кафеля, с учетом всей херни, потому что будет одна машинка, сверху будет сушилка стоять, и она и та, я не знаю, сколько, 60 сантиметров это? Кто? Ну, вот эта машинка, 60 же сантиметров. Думаю, поэтому надо, чтобы обязательно, чтобы она влезла, чтобы она не в стены упиралась, и кафель потом поотваливался вместе с простенками. Давай тогда тут в один слой крутить, и все, чтобы размеры не менять, правильно? Ну давайте так, да. Я думаю, что это не сильно такая важная стена. Да. Ну да, как раз оно... Это ж перестеночек такой маленький. Давайте в один, да. Ну, если он 1,25 гипс. А, ну, ну что, мы... Ну то, вы сказали мне 2,5, я себе посчитал. 2,5 это же в 2, я вам говорю. А, это уже в 2? Ну хорошо. Давай, давай. Так. Мне главное, чтобы оно влезло. То есть вы там делаете, что делаете... Чтобы потом оно главное, чтобы был размер, чтобы влезло. Чтобы в итоге влезло, потому что если оно не влезет, то что оно будет? Да, вот, это... вот это будет вход, получается, правильно? Насчет проема вот этих, или это еще обрезаться что-то будет? Не-не, это уже... 400. Это дверь, а сколько она тут? 700 проем. 700. Это то есть вот тут будет стоять стена, да? Да. С учетом чего? Профилина, без учета. Тут ничего, в проем двери. Профили сразу будут. Ага. Торец не зашивается ничем. Я понял, просто торец, а там будет сразу дверь уже. Да, да. И это 700, и 600 будет полотно, да, или да, как? Да, да. А что-то она, мне кажется, узкая такая, или тут так кажется. Не, ну 600 это стандартно. 600, я пройду туда. 600. Так, а ну что оно там написано? Так, 700 проем получается, да? А вот это соблюдена, да, у вас? Да, да. 1200 да. Квадратики с учетом отделки. Ну, отделка там какая-то, шпаклевка, да, и все. Так, а это получается 700 и 600 потом будет полотно. Ну да, он так и говорил. И тут также, да? Нет, тут 800. Угу. Тут 800 проем, вот, да. Вот нарисованный пока. А, нет. Я понял, вот так, черточками. Все, готово? Ага. Так вот это что, труба, она не относится к отоплению, получается? Ну как, ее все равно надо менять, мы же ее будем менять. Вы будете менять, то есть не просто вырезать и глушить? Нет, мы ее заменим. Ну тогда надо ее... Она за стену будет уходить. За какую стену?
Она будет в стене. У соседей, да? Не, ну вот у нас здесь уже есть каркас, она будет внутри. А, то есть ее надо узенькую туда? Да, да, да. Ага, это сейчас спаяем узенькую, все спрячем обратно. Я понял, так. Что тут дальше? А вот это все прячется потом в эту... Да, вот здесь будет, вот видите, линия, вот тут будет еще, ну, второй профиль лежать, такой же. Ага, по этой вот линии, и это будет как инсталляция тут вставлена? Да, будет отшито все. Ага. Так, а инсталляция, где можно на нее глянуть? Вот это, да? Гербир, что это? Инсталляция. Отличная инсталляция. Да? Евро. Евро 8. Комедия. Так, к соседям вы еще не ходили, да, туда? Сейчас в этом? Идем. Он уже полезли наверх, что здесь все получается, значит, идем к соседям. Так, ну получается, значит, там у меня спальня получится чуть-чуть меньше. Гостиная чуть-чуть. Шатает. Ну, гостиная такая же останется, получается, она чуть-чуть сдвигается, да, относительно того, как было. Чуть-чуть. Ага. Ну, нормально. А эта дверь напротив той, получается. А за дверь не знаете, не приходил никто, не смотрел ее? Саша приходил, ну, смотрел. И что? Сказал, что это самый идеальный вариант. Какой самый Саша? Крепкий, тут, что работал с этой дверью. То есть вот так должно быть? Да. Он сказал, там так должно быть. Труба стоит, стенка двойка. Там стоит внутри, вот тут. Вот тут стоит, вот тут. Железная труба внутри. Ну я понял, что труба железная, что она шатает. Это самое мощное, что можно там, ну, что предусматривать. Вот раньше вот это, вот у меня ВДСовские окна, у меня вот эта дверь балконная, вот так вот, вот такая. Так у вас, наверное, другая, ну, другой профиль, серия другая там. Я не Но знаю. Я просил самую мощную, что у них вот это самое мощное. Что, у нас единственный вопрос, да, Артем, а поговорить по вот этому, да, расстоять? По какому? Двери вот в центрах, по осям, все дела, все нормально. Один нюанс. Какой? У вас вот сюда вот чуть-чуть шире идет. Оно как бы в размер попадает. Мы в размере по чертежам, но вот та часть и вот это. Вот это чуть-чуть шире, чем вот там. А почему так? Потому что такой размер. А тут тоже так, да? Я не знаю. Но тут тоже так, видишь, тут чуть-чуть больше, Самый, тут смотрите. У нас нет этого размера, у нас есть общая длина. Я понял. И ну, тут видите, на чертеже тоже это больше? Ну, похоже, что это да, меньше. Да, но да, она относительно вот этой двери получается. Да, да, вот относительно вот этой двери. Да. Она относительно той двери. Вот та дверь Знаете, что мне сказали? Что когда мерили вот эти двери, они просто мерили и взяли... по размеру старой двери. Вот какая была старая дверь, так они померили. Получается, эта дверь, смотрите, на чем она держится. Вот эти анкера. Не, они померят неправильно, вы говорите. Давайте. Мне кажется, должны были шире дверь. Давайте. Шире. Нет. У них есть тут жесткая привязка с фасадом. Смотрите. А, интерьер тут... станет. А. Если шире, то мы меняем интерьер. Этого делать нельзя. А, то есть ее не пробьешь, да? Что смысл, что стекло, получается, внутрь идет, конечно, туда уже. Конечно. Не слушайте, что вам говорят, вас только слушают. Слухай мене, тюрьма не мене, да? Я понял. Ну что, все, вперед, что там застыло? Так, это батареи? Да. Это вам, кстати, вот сверху батареи там лежат, это самое. Чеки? Да. Ага. Александр Васильевич попросил там у вас что-то еще там. Александр Васильевич, а, это Саша? Да. Ну що, режем, є? Просив не дає, як ви просив не встає, да? Ну то таке. Я не знаю, Видите, докуда кухня была? Кухня вот была как раньше, видите? Конечно, до этих пор. Вот, а это на сколько сантиметров? 50 точно, 55. Могу приложить даже. Приложите, если Надо можно. Болеть. Надо было наказать, да? Да. Ну, где-то 50. Нет, вы ближе, куда же вы в дальнюю? Да, ну вот же ж видно простенок. Да вы сюда ж стыкаете, куда же вы туда? Да мы... А, это уберется. Ну, конечно. Ну, 50, да, 55. Ну, 40. 2 там туда где-то, потому что, ну еще что, оттуда гипс отойдет. Но была кухня вот здесь у меня начиналась. Да, да, то есть
55-50. Ну да, на полметра точно шире. Ну да. Полметра, и тут на 1.5 квадрата увеличилось. Если это 3 метра, то на 1.5 квадрата. Ну, да, вот это. Ой, боже, какая прелесть! Как хорошо. Где? Вот это. Я так, я об этом мечтал. Чтобы это было так именно. Пацаны же работают. Молодцы. Именно вот это я и хотел. Так. Ну а как вам стяжка? Отлично. Хорошо сделали. Хорошо. Мне вот те, что пришли, насчитали, вот те, вот тут мужик бородатый. Знаете, сколько они насчитали? Ярослав? Я не знаю, как его звали. Да, да. 117 тысяч. Ну, они ж по-умному считают. А вот эти ребята за 40 тысяч сделали. Ну, то такое. Ну, вопросов нету, стяжки, все хорошо. Нет, стяжка вообще, мы молодцы, я просто, конечно, удивился. Так, это... Так, не надо. Бонус Лили, вода в тебе? Нет, нет. Нет. Ой, сейчас так вода потечет, чтобы это контент. Вода. Там воды нету в трубе, да? Ну, я надеюсь, пошел просто... Нет, вы уже если вешаете, вот сюда заглушку будете ставить. Правильно? Нет, вы еще снизу. Мы прокинем стояк. Да я к нему вообще, убирайте его. Убирайте. Вообще не нужно. Не, он отрезан. Ну, тогда заглушите. Он работает рядом куда-то, пошел. Хрен его знает, где он пошел. Где-то, да, за это самое. Да, тогда... подождите, давайте прокинем нахер. Блин. Она отрезана полностью от лежаков. Она не подсоединена, она заглушена была. Да. Ну тогда отлично. Убирайте ее просто. Тогда отлично. Походу не нужна, да? Режь ты. Вот тут заглушите ее, блядь. Ну и сверху, на всякий случай. И сверху заглушить на всякий случай. Сверху. Оно выкинет. Все, ее не будет, оно уберется. Давай мне 950 гривен. Председатель должен вообще. Боже, что это такое? Ой, идиот. Боже, что это такое? А небо у вас что-то ездишь? Да есть. Ну так давайте сверху оденем, блин, и все. Я же говорю, надо было вон полпота. Так а что это сверху? Это что, давление? Да это стояк набранный, но я не знаю, как он. Он там что, тоже снизу заглушен, раз не подключенный, да? Нет, оно идет нормально вот так вот. Надо отрезать, ставить небо, блин, и все. Боже мой. Так где гиба поставим? Внизу? Ну вот тут вот поставим. Не, я имею в виду у соседей буду оставить. Что робить? Что робить? Я бы поменял. Ну он просто вообще никуда не подключен. Ну так оно сейчас течет и его не будет воды? Или она будет вот так? Нет, все. О боже, мне ж плохо стало. Так, тогда пойдемте с вами в банкомат. Все. Сейчас я приду. Ты же не уходи, еще есть вопросы. Я вернусь. Ну, как мне кажется, что вот это можно ближе это поставить. Это вам только кажется, Самуил. Ну, неужели вот эта стена так падает сюда? Да вот я, дайте вот эту. Вот эту. Я вам сейчас приложу, вы посмотрите. Держи. На эту стену. Давай. Нет, ты мне приложи его к этому. Да вы посмотрите вот. Ну, вот что там такое? Надо вот так вот сделать. Вы видите, чтобы бульба ровно стала? Вот ну. Так. Ну. А вот сюда еще приложить. Хорошо. А ну вот еще... так. И посмотрите, куда мы выходим. А ну ниже, куда ты там сильно уже. Вот так. Ну, и куда мы и выходим? Куда как раз мы выходим на профилину. А ну представь, вот этот ровно к этому. Ну и что, так стена падает. Ну вот ровно, и куда? И зачем так делать? Ну смотри. Мы еще должны профилину вставить. Все там вставится, какая профилина? А вот там? Ну, а ну что? Давай, да, переставьте. Ты ядрись, мы сейчас тут... Потому что мне очень важно, чтобы... Правильно. Не, подожди, Самвел, давай пари. Да. Давай, давай, что сейчас я... На сколько? Ну, смотри. Знаешь, что упали сантиметры, чтобы профиля прошли, все нормально. Ну, профиль, как я понимаю, прибивается с этой стороны, правильно? С одной... Нет. Вот, смотри на стенку. Зачем там так много? Сейчас мы вам покажем рулетку, Самвел. Не надо... Почему нельзя вот это подвинуть сюда? Сейчас все вместе. Сейчас увижу, давай. Так сколько круассанов, Тёма? Сколько нас? 18? 18 человек. Профиль у нас 3 сантиметра.
Ну, но он же крепится с этой стороны профиль. Снаружи? Нет. Как нет? Ну, профиль будете крепить снаружи. Как вы же изнутри его не будете крепить? Снаружи, нет, к этому профилю. Вот, вот. Ну. Вот, даже мы не ту стенку смотрим. А что у меня? 5 сантиметров, а сверху еще больше выступает. То есть из-за этой стенки, чтобы... А, из-за этой стены? Ну да. Вы, чтобы вывести... Смотрите, а зачем мне эта стенка? Там будет вход в комнату. Зачем мне эта стена? Эту стену надо равнять с этой. Или там, она не равняется. То есть, еще. Тем более. Эта стена сама по себе. Вот она как есть, так есть. А ту стенку, ее не надо привязывать к этой. Тут будет входная дверь. И нахрена у мне... У нас же идет ровная стенка, шкаф. Вот она должна идти ровно, ну, в смысле. Не, ну вы шкаф. Подождите, как потом шкаф будет, Самвел? Тут где? Будут на одной стороне двери, а тут будут на сантиметр ближе двери, да? Или как у вас? Просто получается, если вот так, шкаф же должен ровно стать. Конечно. Так, еще раз, стойте. Вот это значит, так, это стена, это вход, сейчас я соображу. Угу. Вот зубчик надо выставить. Тут же будет стена. Правильно? Тут будет стена. Смотрите еще раз. Вот этот зубчик надо ставить сюда, а не сюда. Вот сюда. На уровень. Вот так вот будет шкаф идти. И тогда вот эта штука подвигается. То есть это огромное пространство, которое мы воруем просто. Огромное. 10 сантиметров, вы шо? 10 сантиметров. Где вы их там нашли? Ну, сейчас я тебе покажу. Сейчас мы все вам покажем. Вот эта стена должна быть... Вы заблуждаетесь. Сейчас. Побежишь за круассанами сейчас. Не-не-не, да круассан. Мы же уже с круассанами решили. Мы да, ну с круассанами уже решили. Не-не-не, сейчас мы вот эту стену решаем. Мне цена интересно. Так. Алло, Коля. Да что, сейчас проверяю. Раз, проверяю два, твоих мастеров. 4, 5, 6, 7, 8. Ну сейчас посмотрим. 8 круассанов и 9 кофе. Да, это да, не только коль. Тут трубу отрезали, вода пошла. Тут сантехник сказал, что она можно резать. Все. Так, сейчас, Коль, вот, добрый, для тебя привет. Все, вот мне так. Вот интересно, почему вот этот профиль, если вот здесь будет закрытая стена. Шкаф собирается из двух частей. Он, первая половина собирается, уходит сюда, вторая ставится сюда. Зачем этот профиль ставить вот сюда? Какой? Вот этот. Вот, нельзя эту вот сделать вот так стену. Нет. Почему? Потому что объясни. У вас есть чертеж, в котором так не указывает. Ну вы понимаете, что я имею в виду, чи не? Нет. Я понимаю, но получится утопленный вот этот простеночек. Здесь он у нас указан да. Ровно, видите? Нет, здесь должно быть ровно. Вот надо максимально ровно вывести от есть этого сюда. Лестница. Вот, смотрите, получается, вот эта стена и вот эта стена у нас идет в одной плоскости. И мы ее так и сделали. Не, ну я понял, что она в одной плоскости, но это как бы он так мерил. Ну, он же не понимал, что если это все в одной плоскости, то это уйдет вот такой как бы кусок. Сейчас, где правило это? Я не знаю, куда идти. Где уровень? Вот у меня идет стена, вот это. Вот мы прикладываем, правильно? Зачем мне надо вот так, чтобы было? Мне можно подвинуть это и сделать вот так, хотя бы. Вот, хотя бы вот так. 3 сантиметра. Хотя бы вот так будет. Да нет, а как вот тут? А почему? Где? С той стороны. С какой стороны? Снаружи. Снаружи тут будет стена. Она упирается и она отдельно. В принципе, отдельный нам вход. Без разницы. Мы можем эту стену вот эту надо да, ее надо подвинуть, чтобы. Не, ну чтобы она шла в уровень с вот этим, чтобы загиб поставить. Вот да, то есть, как бы эту стену. Эту не привязываться. Эту не привязываться. Она же за дверью, эта стена. А это максимально. Это да, максимально там, я не знаю, сколько, 30. Ну, максимально прижаться. То есть нахрена, если бы оно. Если бы эта стена выпирала сюда, я бы еще понял. Не, ну мы просто как бы... Ну и как в чертежах, так, да, но он просто не понимал, что это будет
ну, какой как бы вороваться бы. То есть эта стена мне не надо. Ну, вот ну, покажи, что и там не идет ничего по размерам, меньше коробки. То есть вот это мне надо вот отсюда, вот к этому то, что вы выстроите, чтобы была ровная линия, к вот этому загибу. Да. И вот его надо максимально прижаться. Если тут может быть вообще просто приклеить гипсокартон к этой стене. Я понимаю, но мне важно вот эти, это ж представь, тут уйдет, там уйдет. Это у меня будет не 58, а 44. Смотрите, что мы вообще плотнячком идем. Это если относительно чертежам вы сделали правильно, ну, я не спорю. Смотрите, все, но мы внесли корректировку, да. Мы друг друга поняли. То есть вот это надо подвинуть, да вот этот, поняли. Вот сюда, вот так вот. И смотрите, ту настолько же подвинуть. Размер шкафа. Размер шкафа остается, он будет утопленный, соберется одна половина. 1300. Он уже не попадает по чертежу. А у нас здесь сейчас 1200. Ну то он так померил, или там, что мы в темноте мерили. То есть это вы ничего не сможете сделать. Это как есть, так есть. Обшивайте его, равняйте. Все, подвигаем этот простенок максимально близко. Да, да. Вот это для меня важно, чтобы эта стена была не насколько... И тоже касается вот той стены, которую вы будете делать. То есть она должна быть максимально впритык. Но 90 градусов. Но 90 градусов, да. Все, я... Все, Рыжий побежал, где-то уже перекрывал. Сейчас тут что? Тут что? Сейчас тут что буду дивиться? Тут все четко. Угу. Угу. Так, а тут подвинуться тоже нельзя, да? Или можно? Нет. Вы же посмотрите на стоянии. На вот эти, да? Да. И там же ну, они это в открытом, они же будут, когда будет зашиваться, они уже будут в открытом виде. Правильно? Да. Вот если они в открытом виде. Же, это не лишнее? Не, вы не поняли. Не, да я понял, что есть, раз... есть размеры. Же... Размеры мне то, что есть размеры. Я визуально смотрю. Мне зачем размеры? У меня глаз алмаз. Нет, а вы не поможете дослушать. Да я... Я просто смотрю на то, что если сверху ляжет гипсокартон в два слоя, как я понимаю, это еще плюс 2,5 сантиметра. Да еще же вы не дослушали. Ну? Я слушаю. Ну, у нас же там есть сносочка на утепление наружной стены. Ну так оно и утеплится. А сколько надо утепления? 100 миллиметров надо утеплять. Прям 100 миллиметров четко? Ну а как мы его всунем туда? Ну так прибьете, я не знаю чем. Сверху гипсокартон прикрутите. И будет так. Ну как по мне, кажется, можно было в сантиметра 2, как точно, 3. Не, не преувеличивайте. Потому что краны закроются, и оно получится... Не, вот это все четенько. Да? Не, ну я серьезно, я же не это сам. Мы же понимаем, что тут борьба идет за каждый сантиметр. Не, ну вот это классно, это вообще мне нравится. Это только для вас, это один раз.